Этот арт-объект высотой 2 и длиной более 10 метров сделал 23-летний парень. Валентин занимается изготовлением изделий из металла. Начинал с отцом, набрался опыта, а теперь работает на себя. Признается, что в мастерстве отца ему не догнать, но благодаря станкам заказы выполняет быстрее. Работает один буквально за шестерых. Продукция у меня очень широкая, там от козырьков до ворот, то есть и кресла-качалки, и лавочки, и скамейки, и души, и все-все-все. Все, что из металла, все я делаю. Заказывают, доставки, да, оплачивают. В Москву, в Крым даже один раз уехал. На первоначальном этапе запуска предприятия большой опорой для Валентина стал социальный контракт. Парень получил 250 тысяч рублей. Деньги направил на покупку металла. В основном Валентин делает мангалы. Самый дорогой стоил 60 тысяч рублей. Вот и сейчас в производстве новый мангал. Увидеть работы мастера можно и в поселке. Например, он сделал скамейки для пляжа. Я люблю Ташлу на въезде. Звезда вот на, в центре. Что у нас парк. Ну, наш стадион полностью тоже огорожен мной. Сейчас Валентин хочет получить грант для молодых предпринимателей в размере 500 тысяч рублей и нанять рабочих. Это позволит выполнять больше заказов. Конкурентов в округе у мастера нет. Разъехались. Когда они уезжали, мне кажется, они были себе не уверены. И думают, что город для них – это как путевка. Ну, я, мне кажется, тот пример, то, что на самом деле это не так. То, что можно и заниматься, и работать в Ташле, как бы Ташла развивается. И я развиваюсь вместе с ней.